Всем огромный привет! И сегодня такой вот обстановке в машине я решил записать это небольшое видео, поговорить, знаете, на какую тему. Тема меня очень интересует и волнует, это тема доходов. Вот скажите, как вы распределяете свои доходы? Что такое доходы, да, спросите вы? А доходы – это заработная плата, грубо говоря, аванс и получка. Вот и все доходы, да. Но, понятно, у кого-то появляются какие-то дополнительные источники заработка, какие-то дополнительные работы, например, где-то вы, может быть, подрабатываете еще, может быть, ведете какую-то деятельность дополнительную, да, и оттуда у вас идет доход. И мне больше интересно, да, вот все-таки, вот если вы вот на основной работе работаете, да, получаете свою заработную плату два раза в месяц, аванс и получку. И вот как вы распределяете вот эти деньги? При условии, что вы живете, да, не один, конечно. Если ты один, то это немножко другие, вообще другое формирование этого, так сказать, портфеля, да, трат. Портфель трат, да, интересное какое словосочетание. А вот представим, да, что ваш доход, например, там 50 тысяч рублей в месяц. И вот вы живете с семьей, у вас ребенок, либо двое, например, жена. Соответственно, у вас в семье 3 или 4 человека. И вот как вы распределяете эти деньги, да, для того, чтобы жить, чтобы и еще на что-то, чтобы получалось копить. К примеру, вы работаете, да, ваша жена тоже работает, и у вас там один ребенок, ну, или два, предположим, да, на двоих, конечно, нужно больше всего, и одежды, и еды, и на тренировки, и так далее, и так далее. Представим. Ваша зарплата, например, 50 тысяч рублей в месяц. И у супруги у вашей тоже 50 тысяч рублей в месяц. И вот ваш доход вашей семьи, да, вот на месяц, это 100 тысяч рублей. Казалось бы, да, 100 тысяч рублей – это очень, ну, приличные деньги. Вы должны что? Заплатить за кварплату. Самое первое, что вы должны сделать? Это заплатить кварплату. Кварплата из чего складывается, да, то есть это сама кварплата, листочек, например, розовый, либо белый, за то жилище, где вы проживаете, квартира, да, то есть такая кварплата, она в месяц выходит, да, в зависимости от сезона, да, то есть она может у вас быть зимой, да, например, 5000 рублей, а летом, когда нет отопления, то есть это получается, может быть, и 2500 рублей. Самый вот этот квиточек, да? Вот. Дальше, что у нас? Газ, да? Если, конечно, у вас есть газ, то самое выгодное все-таки ставить счетчик, если вы живете не один. Потому что все-таки газ расходуется прилично, постоянно идет готовка. А если, например, еще у вас старые квартиры, в которых стоит газовая колонка, соответственно, у вас газ идет и греется вода горячая для того, чтобы вам мыть посуду, либо в душ ходить, ванну принимать. Идет горячая вода, она греется через колонку. Если у вас просто газовая плита, то только газ на эту плиту. Ну и вот сумма примерно вот траты газа, она может быть, ну, примерно там 350 рублей, я бы сказал. Далее, что такое основное? Это электричество, да, то есть мы постоянно жгем электричество, смотрим телевизор, у нас работает компьютер, интернет и все такое. Мы можем потратить, например, 500 рублей в месяц, но у нас заменены все лампочки на энергосберегающие, то есть мы выключаем свет, когда уходим из одной комнаты в другую, то есть телевизор, соответственно, у нас не работает круглые сутки. Но я знаю, что электричество может доходить, да, до разных совершенно сумм, да, вот хотелось бы услышать от вас, какие у вас суммы уходят на электричество. Вот, соответственно, сам интернет, ну, здесь уже кто выбирает какой тариф, да, у нас, например, тариф там 100 мегабит, да, и у нас достаточно адекватный провайдер, мы за него платим 450 рублей в месяц. И я считаю, что на данный период времени, это, кстати, цены держатся уже давно, это очень даже неплохо.
за такой тариф 450 рублей. Сотовые телефоны, да, вот, например, представьте, что у каждого члена вашей семьи, у четверых, да, человек есть сотовый телефон, и вы должны за него платить тариф. Ну, минимум, да, скорее всего, вы будете платить по 350 рублей за человека. Соответственно, это получается еще 1400 рублей в месяц у вас уходит на сотовую связь. Потихонечку будем здесь все это складывать, посмотрим, сколько получится. Напомню, что мы ведем отчет от того, что у вас на всю семью 100 тысяч рублей. Смысл моего видео в том, чтобы разобраться, да, сколько нужно семье денег, чтобы жить, что-то себе покупать и подкапливать, скажем так, на путевку, либо подкапливать деньги на новую машину. Я уже не говорю подкапливать деньги на квартиру на новую, потому что это, конечно, нереально. И представьте еще, да, что вот у вас с этой суммы, со всей, да, вы еще должны платить кредит какой-нибудь. Ну, к примеру, вы взяли ипотеку и платите кредит, а кредит на ипотеку, ну, все равно он будет 25, там, 30-35 тысяч рублей. То есть в зависимости от ваших условий, от скорости погашения и так далее, от первоначального взноса тоже это зависит. Ну, то есть это может быть, да, и 50 тысяч рублей, конечно, но я беру все-таки реальные цифры. Это там 25-35 тысяч рублей. Далее, смотрите, основной, что у нас еще какой момент, это проезд, да, то есть на проезжем мы тоже тратим деньги. К примеру, если, ну, можно ездить на машине, да, но даже если никуда особо не ездить, то на бензин у вас будет уходить в месяц, ну, там, 5000 рублей, при условии, что сейчас бензин уже стоит, там, почти 50 за литр. 5000 рублей, ну, примерно это вы будете тратить, даже если вы будете просто куда-то ездить немножко, кататься туда-сюда, ну, 5000 рублей точно. А если вы катаетесь, например, на городском транспорте, то сейчас общий проездной стоит, по-моему, 3200 рублей. Там входит и метро, трамвай, троллейбусы, автобусы. Кроме маршруток, вы можете кататься целый месяц, ну, один, да, человек за 3200. А если у вас у двоих такая карточка, то вы катаете уже за 6400. У детей, если они, конечно, особо далеко не ездят в школу, школьный проездной, по-моему, он бесплатный. Ну, либо это какие-то минимальные деньги. Я, честно говоря, не знаю, сколько стоит школьный проездной. Вот. Но если ребенок будет ездить, например, просто по подорожнику, то там в среднем 40 рублей поездка, да, там на маршрутке, например. И все вот это складывается. Что еще? Смотрите. Какой еще у нас момент? Это еда. Еда на четверых, да. Вот все хотят кушать вкусно. И вот сколько нужно заложить денег на еду, да, вот сколько? Я, если честно говоря, затрудняюсь ответить. Но я думаю, что на четверых, то можно в месяц, да, потратить там 30 тысяч рублей, да, то есть это 1000 рублей в день на еду, на всех. Ну, я думаю, что это достаточно, да. Сейчас мы потихоньку вот это все складываем, чтобы понять, сколько же денег мы можем куда-то отложить, либо сходить, например, в театр или в цирк, да. А вы посмотрите билеты в цирк, в театр, и мы прикинем, да, вообще сколько, возможно ли это вообще сделать или нет. Или просто дома посмотреть телевизор, да даже сходить просто вчетвером в кино. Это билет в среднем, например, будет стоить по 300 рублей. На четверых это 1200, плюс попкорн, плюс там вода какая-то, кока-кола, я не знаю. Это у вас выливается уже в 2000, 2500 один поход просто в кино. Посмотреть кино, и то это на какие-то сеансы не в прайм-тайм, когда билет может стоить по 500 рублей. Соответственно, это... А еще зависит от класса кинотеатра. Кинотеатры тоже все разные, находятся в разных местах. Так вот, сколько же у нас, вот у обычных жителей, да, вот может оставаться денег на, например, покупку какой-то новой одежды,
Или, например, вдруг вы захотели себе купить телефон какой-нибудь, iPhone новый или Samsung, который сейчас стоит сами по себе по 100 тысяч рублей, да, по 80. И вы, ну, это топовые модели, я имею в виду. Но вдруг вам захотелось такой телефон, да, вам не захотелось телефон за 15 тысяч. Да даже если за 15, вы все равно вам нужно как-то это рассчитать, отложить, я не знаю. Сейчас мы сложим все вместе эти цифры и посмотрим, сколько же у нас денег остается на то, чтобы накопить. На отпуск, или на какую-то поездку, или на одежду, или на какой-то новый гаджет для там, себя или своего ребенка. А ребенку постоянно что-то нужно. И ботинки новые, и куртку, то есть каждый сезон что-то покупать. Конечно, можно искать распродажи, конечно, нужно ждать, когда закончился сезон зима, да, и сейчас весна, и покупать эту зиму по распродаже, это реально, реально продают очень намного дешевле все. Куртка, которая стоила 5000 рублей, можно купить за 1500 спокойно, то есть в детском мире постоянно такие идут скидки на сезонные товары. После таких небольших подсчетов, да, получается, что примерно остается свободных денег примерно 1015. То есть, казалось бы, у вас на входе 100 тысяч рублей, а по факту у вас остается всего 15 тысяч рублей на ваши какие-то желания, на развлечения, отложить деньги на покупку нового телефона, отложить деньги на поездку летом на море, например. У вас остается ежемесячно примерно, это я примерно посчитал, возможно, это может быть чуть больше или еще и меньше, 15 тысяч рублей. Со 100 тысяч рублей на входе, если ваша семья получает доход общий, да, муж, жена по 50 тысяч, то есть у вас 100 тысяч на всех, плюс у вас один или два ребенка, и получается, что с этой суммы у вас остается 15 тысяч рублей. Вот как их распределить? Например, можно просто пойти и купить за 15 тысяч неплохой, недорогой смартфон, например, Xiaomi какой-нибудь или там Huawei, Honor. Ну, к примеру, нужен вам телефон или ребенку нужен телефон, да, вот, пожалуйста, 15 тысяч рублей. А, например, нужен ноутбук. Можно, конечно, купить какой-то ноутбук за 15 тысяч рублей, но новый вы точно не купите сейчас, да? А вот купите, например, какой-нибудь БУ ноутбук, можно за 15 неплохой найти, да, там, предыдущих поколений, и он в целом будет отлично работать. Ну, например, чтобы купить новый ноутбук, хороший, который будет работать, ну, соответствует требованию 2021 года, он должен стоить минимум там 40-45 тысяч рублей нужно отдать за этот ноутбук. Соответственно, для того, чтобы вам купить такой ноутбук, вам нужно эти 15 тысяч копить 3 месяца, и потом только уже отложить, ну, откладывать, да, и купить потом ноутбук этот, к примеру. А если вы хотите купить какой-то смартфон топовый, да, к примеру, который стоит 80 тысяч рублей, то вам нужно на этот смартфон откладывать 6 месяцев, да, 6 месяцев, это вам нужно никуда не ходить, ни на какие увеселительные мероприятия, не купить какие-то там подарки, то, третье, десятое. Кстати, я не учел еще, да, постоянно же дети, либо мы сами ходим на какие-то дни рождения, юбилеи и так далее. На работе скидываемся, да, коллегам, да, на дни рождения. То есть это все тоже траты. То есть вот они, да, везде идут какие-то траты, везде нужны деньги. Не дай бог у вас что-то сломалось, да, либо что-то вы заболели, не дай бог. То есть лекарства все дорогие. Если какие-то анализы, это тоже платно многие. Многие, конечно, бесплатно, но многие платно. Машина у вас что-то сломалась, нужно масло поменять. То есть деньги, вот они. Или колеса, да. Вот у вас на колеса уйдет там 15 тысяч. То есть по минимуму вы купите себе новые колеса на сезон. Так что, казалось, да, 100 тысяч рублей, вот такая, кажется, большая сумма, а по итогу у вас остается, ну, примерно там 15-10 тысяч, возможно. Может быть, у кого-то больше, смотря кто сколько тратит на ту же еду, например, либо у кого-то разные расходы на содержание, да, квартиры, да, на оплату коммунальных услуг и так далее. Но примерно вот такой расклад, я думаю, он очень-очень
похож на расклад каждого. А смотрите, да, а вот хочешь поехать на юг, да, вот сейчас путевка на юг вам на четверых встанет, да, да блин, да меньше 100 тысяч не встанет. Так вот, чтобы накопить эти 100 тысяч рублей на поездку, вам нужно откладывать, а лучше нужно 150, тем более, если вы вчетвером поедете. Да это я даже не говорю про какую-то за границу, сейчас за границу-то и не поехать. Я говорю про Анапу, например, поехать в Анапу или в Сочи, там, Геленджик. Вам надо 100-150 тысяч рублей, чтобы нормально съездить, ну, более-менее съездить и жить в нормальных условиях. И вот прикиньте, вот у вас 15 тысяч на остатки ежемесячно, и вам нужно копить на этот отпуск 10 месяцев. Но при этом все эти 10 месяцев вам придется себя ущемлять во многих делах. То есть вам, вы не сходите там лишний раз, да и, может быть, вообще не пойдете, задумаетесь, идти или нет, в ресторан, в кафе, в кино с детьми, погулять в парк или в какой-то, может быть, театр, пойти там просто прогуляться, купить мороженку и так далее. То есть это сразу уже чревато тем, что вы не накопите на отпуск достаточное количество денег. Вот. Так что вот такая история. Давайте, может быть, соберем какую-то информацию, у кого как получается. Я вам рассказал свое видение, у кого-то, может быть, оно другое. Пишите свое мнение в комментариях, обязательно обсудим. На связи, всего хорошего, увидимся в интернете. Я живу в Сосновой Поляне, иногда бываю на Академической. Инстафиль.